Попри Нью-Йорк протягивается вакцинация супраць вируса грипу. На данный момент прищеплено больше за 22% от агульной колькости насельництва. Иммунизация продолжится до 1 снежня. Как запланировано, сёлета иммунопрофилактикой будет охоплена больше за 40% жыхароў при Нью-Йорке. По звестках Гродзенского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, у регионе что год регистрируется около 300 тысяч выпадков ВРВИ и гриппу. Медики подкресливают, именно вакцинация лишится одним из самых эффективных способов борьбы с небеспечными инфекционными захворываниями, такими как грипп. Иммунитет супраць вируса выпрацовывается у среднем от 2 до 4 тыдняў и заховывается на 6-8 месяцев. Тому оптимальным периодом для прищепки является кастрычник-листопад. Летась гродзенские иммунологи провели доследование, которое еще раз доказало эффективность прищепок супраць гриппу. В течение нескольких лет проводится анализ эффективности иммунизации против гриппа. И последние годы отмечается, что у привитых детей количество вирусных инфекций, не считая гриппа, уменьшается в разы 3-4, а то и 5 раз, чем у детей, которые не привиты против гриппа. Чем это доказано? Тем, что в состав вакцины еще входит такой иммуномодулятор, как полиоксидон. Нагадаем, вакцинация насельництва супраць вируса грипу стартовала у кастрычнику. Зараз завершена иммунизация за кошт сродков республиканского и областного бюджетов. Усё еще протягивается вакцинация за сродки мясцовых бюджетов, предприемствов и за особистые гроши громадян. Как означают медики, гродзенцы проявляют активную затекавленность до вакцинации. На думку специалистов, лишь бы сёлетней кампании перевысить леташние показчики.